motherfucker. Охуенно, а куда картинка делась? Где-то где-то в 16:09. Бля. Ну, смотри, это. Залагал кто-то. Чё-то. Да. Или мне показалось одному. Да, не, опять на атомы разложился. У него такое бывает. 16:09, мать его, вырез хочу. Чё-то он там это в атомы превращается. Дело. Нет, это новый язык, там кубачевский. Я так и думал. Слушай, мне кажется, он отъедет. Слушай, я только сейчас заметил, что с одной стороны, если на баранов смотреть, у них они слепые, а с другой стороны, если смотреть, у них косоглазые. Слушай, а у куриц вообще глаз нету. В смысле нет? Ну, они черные. Раз, два, то есть 9 на 3, 27. Если еще в руки, то это 36. 36 на 9 это дохуя. Прям плавить можно будет. Сила в плавках. Плавка, сила в плавках, блять, я трусы ношу. Я все это время делал все не так. Не, направо, вот отсюда где-то примерно нужно вверх попасть. В смысле, что ты там делаешь? Я прикидываю примерно, где я могу раскопать еще одну дырку, чтобы сделать лифт. Ты, если ты раскопаешь дырку еще одну справа, то ты перекроешь мне здесь красивую дорожку. А если в другое право, то ты перекроешь ферму. А если еще вправо, ты грибницу уберешь. А я сделаю это. Я, короче, смотри. Как я понял, оно у тебя вот с той стороны, да? Я, короче, блядь, это желтый. Да, не надо ничего. Ну, пожалуйста, оставь, пожалуйста, мою пещеру такой, какой создал ее я. Олега, ты как бы, да. Это твоя пещера, ты ее. Да, я ж твою пещеру не трогаю. А ты мою пещеру не трогай. И мы останемся друзьями. Че, блядь, происходит? Я, блядь, нихуя понять не могу. Ну, Даня пробку из жопы достает, что тут непонятно. Я думаю, что за звуки? Бля, задержка ебунящая. Охереть! А чё такая большая? Ебанись, какая задержка, это ж пиздец. Валер, когда задержка, к врачу иди. What's up, ребят? Сегодня мы с ребятками Аксель Шоу и Тетрис Channel будем, короче, ходить менять. Что мы там, изумруды, да, будем ходить менять, короче? Да, изумруды, да, пойдем, да, менять, да, в деревню. Первый раз, короче. Что из этого выйдет, вы узнаете сегодня. Я надеюсь, что-то хорошее. Каяма, народ, всем привет! Всем привет, 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 привет всем, кто на Алигейм канале, всем, кто у меня на канале, всем привет! Сегодня у нас поход за пределы нашего вот этого вот райского уголка. Сразу скажу, дальше 100 кубиков мы никуда не ходили, то есть вот максимум, куда мы могли спускаться. Дальше вот тех полей тоже никуда не ходили. Что нас ждет там, кого мы встретим, сегодня мы узнаем. Даня уже, правда, знает, потому что он спец в этой игре, а мы, короче, старые дуры, короче, нихера еще не знаем, поэтому для нас это будет вообще. Пойдем уже куда-нибудь сходим, короче. Пойдем, я хочу кого-то тоже. Надо подготовиться. Даник, ты отвечал за подготовку, почему мы не подготовлены вообще? Олежа берет карту в руку, во вторую берет меч. Сейчас. Сейчас. И нам показывают, куда мы идем. Вы готовы, дети? Да, капитан! Кто? Ты-ты-ры-ты-ры-ты-ты! Кто нас в жопу сейчас заведет? О, овечка, минус овечка. Олег Алигейм, Олег Алигейм. Олежа, мы что, сюда идем? Да, нам, короче, нужно наверх. Вы там успеваете? А привет, где привет. Вы, ребятки? Ребятки? В смысле? Почему весь экшен происходит без меня? Вы куда ушли? Я думал, это ты, короче. Даник, что нас может здесь ждать? Слушай, а вообще, чисто гипотетически, деревня далеко, смотри, тут рыбка какая-то плавает. И плохо, походу. Ой, тут кого? Рыбки. Где? Где? Вот тут, тут океане. Где Олежа?
я здесь. Кто чисто гипотетически, я не понял. У меня по карте пока показано, что справа, короче, океан, а прямо, короче, суша. Вот будем двигаться сюда сейчас. Смотри, тут одуванчики какие-то синие. Охереть, смотри, короче, Валера, здесь Даник, смотрите, здесь, короче, какая-то гора, горище прям. В смысле? Он разлом нашел, смотри, короче, я тоже его вижу. Охереть, смотри, какая красота. А куда вы делись? Я опять один. В смысле? По ту сторону разлома. Вот, нет, блядь, хера ты угнал. А нахер вы ушли туда по ту сторону разлома? Охереть, ребят, слушай, как прикольно. Гарфи. Тут риф, ребятки, я риф нашел. А куда вы угнали? Плывите сюда, вон. Вы лодку утопили. А где лодка? А как случилось? Почему она... 72 hours later. Олежу сейчас малеха бомбит, понимаете просто? Я вам так скажу прямо. Адское пламя. А все потому, что Даня сказал, ныряй, чувак. Здесь все very wonderful. Вот сюда в комнату заходишь, и ты в безопасности. Все будет хорошо. Ты не сказал, что нужно остаться в дверях. Ты сказал, заходите в каюту. В каюту зайти и остаться в дверях. Это две разные, сука, его вещи. Охереть, классно. В меня еще в жопу стреляет какой-то лучник. Тут еще эндермен, крипер. Охеренно вообще. Я худею вообще. Нормально вообще. Пойдем, сходим. Сейчас будет весело. Отлично. И пауки. Вообще, вот шел. Весь в арморе шел, никого не было. Все, теперь я точно готов. Не, подожди, я не готов. Нет. Надо тут знать. Есть маленькая проблемка, ребят. Какая? Нет, Валер, проще тебя пристрелить, вот серьезно. Проблем вообще никаких не будет. Я внутри коровы. Ну нахер.